продается культиватор КРН 5.6 на железных колесах, восьмирядный. Состояние культиватора удовлетворительное. Вешается на треугольник. Здесь сделано сиденье для работы с ножницами. Ножниц в комплекте нет. Также культиватор так модифицирован, переделан для перевозки его, для транспортировки. Сзади стоит вот такая конструкция с двумя колесами. Когда нужно культивировать, вот эти скобы откручиваются, конструкция убирается, и культиватор работает с трактором. Если нужно перевести по межняку, либо по асфальту, чтобы не мешать другим машинам, либо по неровной местности какой-то, чтобы он туда-сюда не кувыркался, то, значит, вот за этот эта штука одевается на треугольник и перевозится вот в таком положении. Он транспортируется по дорогам, по пересеченной местности, по полям. Во время работы это тоже можно отсоединить, убрать и просто вешать культиватор на навеску и работать с ним. Значит, на секциях культиватора установлены стрельчатые лапки. Вот здесь, на этом конкретно, установлены стрельчатые лапы. Есть вот такие лапы, широкие, вот для прополки. Вот. Еще одна лапа, вот еще одна, вот еще одна. На культиваторе установлено 10 секций вместо 9. То есть культиватор использовался для прополки арбузов. Секции сдвигаются на 3 ряда. Делается 1, 2, 3. Ну, его можно использовать для любых видов. И для подсолнечника, там, и для остального. Также в комплекте с культиватором идут вот такие диски лущильные. Это для окучивания там арбузов, тыкв. И вот такие, это вот тоже лапка вот сваренная. И вот такие вот окучники тоже самодельные. Это все идет с культиватором в комплекте.